Привет, мои любимые подписчики. Всем привет, ребята, это самые активные люди, ставьте лайки. Сальто заднее никогда не делал. Сегодня у меня необычный выпуск, мои самые дорогие. Давайте, ребята, наберем максимальное количество лайков. Удачного просмотра. Сумку пробьешь? Пробью. Ты ни хера не пробьешь. Знаешь, какая мощь здесь? Я тебе говорю. Здесь два... Два ампера. Да, открой свои глаза, посмотри, кто вокруг. Дорога пустая, чёрт. Ты зачем-то? Мы в сумку. Да мы в сумку хотим. Мы в сумку. Вот, смотри, в сумку реально. Вот, видишь, в сумку же попадаем, видишь? Вот же. Пострелишь и пиздец. Так зачем, глаз, мы же сумку. Вот, подожди, вот даже сумка, она твоя? А Яндекс.Еда твоя? А ты оплачивал деньги, давай. Подожди, она твоя сумка? А ты знаешь, сколько муравьев в муравейнике живет? Зачем, лысая голова, зачем ты это сделал? Ты, блядь, полицию вызвал, ты что, болеешь? Где твоя кепка? Мы хотели... Я тебе вот эту хуйню направил в глаза. Посмотрим. Кепка где твоя? Мы хотели просто проверить. Мы хотели сумку проверить. Вот видишь, если мы. Что ты рвешь, дурачила ты тупая. Ты чё? Что ты делаешь? Ты, блядь, оружием, ты мне, блядь, направляешь. Палкой? Палкой. Это, блядь, можно хуйней, блядь, пробить глаза. Да, я хуел, что ли? Да подожди, да. Отстой, да, я попаду. Стой, направляешься. Каким занимался? Бусидо, айкидо, что-то там еще. А ты каким? Я тебе так сказал. Яндекс.Едой занимался? Давай. Че? Ну ладно, смотри, сейчас тебя просто вертуху кручу прямо в лысую голову. Давай. И все. Все, ладно. Choose your destiny. Flawless victory. Ты че? Шутки, да ничего, он просто... Рогатка есть? Это, наверное, безалкогольный. Не, вот это... Не, ну они так разные. Это просто рогатка. Вот. А он думает, что нельзя глаза пробить. Рогатка. Да мы не стреляли вот ни в кого. Он хочет понять. Послушайте, вот видите, какая рогатка? Вижу. Какие, там можно... была ватка обычная. Ватка. Да, невкусно. Не нравится. Не, не, нормально. Не, смотрю торты просто. Ты ешь и смотришь? Все взяли, что ли? Я ничего не ел. Ты, блядь, в зеркало-то глянь себе. Вы что, шутите? Я просто смотрю торты. Потрогай себя. Это не я. А кто? Я, это не я ел. Я просто смотрю, это вкусно или невкусно. А как ты смотришь, просто вкусно или невкусно? Вот это... Он на меня погнал, типа я торты ел. Это уже третий торт. Я вот не это знаю. Первый, вот это второй, это не столовая, это тут нельзя прийти вот так вот просто покушать. Я ничего не кушал, чего вы взяли? Что? А что вы делаете сейчас? Я смотрю, ел торт. У вас... В торте рот. А включай. То есть вы хотите сказать, что я сейчас это ел? Да. Потому что у тебя следы от торта на лице. Посмотри. Блять, кто-то намазал. Сюда. Чем? А, намазал, да? Реально. Сейчас намажу. Сейчас. Кто намажет? Сейчас намажу, нормально. Оплачивать будешь? Конечно. У меня самые дорогие оплатишь. Смотри, пошли на кассу. Смотри, давай, давай. Я думаю, шутки они, тут. Давай, они давай. Вкусные. Вот после а ты кто? Берите. А ты кто такой? Я сейчас объясню, кто я такой. Вот, сейчас подожди, ты меня подожди, узнаешь. Подожди, подожди. Вот серьезно? Да. Давай, серьезно. Пошли. Пойдем. Вот, он же кусает все. Открывает и кусает. Да. Все открытые, давайте мне сюда. Вот это тоже давай. Ты же хочешь, бери самые дорогие. Бери. Сейчас ты и дорогой оплатишь. Да, давай, бери все, которые... Сейчас вот эти бери, те, что я не ел, давай. Я посмотрю на тебя потом, как ты запоешь. Я просто сейчас как тебя зовут? Какая тебе разница, как меня зовут? Сейчас а что ты так разговариваешь? Зовут. Как хочу с тобой так и разговаривать. Серьезно? Да. Ты кто? А ты кто? Пошли на кассу пробиваться. Ты... Мы с тобой сейчас поговорим. Давай, пошли. Думаешь, как тебя зовут, Алексей? Сейчас ты знаешь. Давай. Я думаю, что и что?
Оплачу сейчас. На изи, ебать. Оплачу, сейчас еще, блядь, тебе пойду еще дорогое оплачу. Бери, бери. Оплатишь? Да. Оплатишь? За то, что... Пацана слово даешь, что оплатишь, ты самый дорогой? А если я оплачу, то ты кто-то такой? Я? Да. А какая тебе разница? А что ты такой умный? Ты будешь оплачивать самый дорогой торт? Если я сейчас принесу. Если я его ел, я оплачу. Если я его ел, я его оплачу. Ты. Слышишь, заткнись, ты как разговариваешь с клиентом? Какой ты клиент? Какой клиент я покупаю? Ты в шоколаде стоишь, тот в магазине. И что, ебать? Что бы я не ел, нахуй? Пробейте. Мне вообще похуй, могу по магазину съесть, я плачу здесь. Иди. Что, иди? Я дорогой, не понимаю тебя, что ты хочешь. Самый дорогой торт иди надкуси, я пробьешь. Да нехуй делать иди, вообще, ебать. Пошли. Нехуй делать. Пошли. Приноси его здесь, надкушу. Буду принести, пойдем. Ты такой умный. Принеси пошли его здесь, надкушу, я плачу. Я давай, ебать. Давай, ебать, да. Смотри. Вот. Вот, смотри, я могу так сделать. Я плачу сейчас. Просто на изи, ебать. Чтобы не был таким умным. Но. Серьезно? Да. Да. Давай, поехали. Сейчас зацените мой нижний брейк. Сейчас покажу вам, как я танцую вообще. Скажите, что к чему. Блять, сука, нижний флекс не получается. Тормоз, да? Давайте, спасибо. Ну и денек, да? Жаркий. Капец. Вам не жарко? Нет, не жарко. Не жарко? Как вас зовут? Светлана. Светлана? Да, уж Светлана. Как вы так на жаре и одна здесь? Погуляться решила. А где ваша опора и защита? Я сама опора и защита. Предлагаю, что я сегодня стану вашей опорой. Хотите? 22, вес 90, жму от груди 130. Вам и надо 22. Вам и надо, да? Вам. Не, мне не надо. Я уже отошел от этого возраста. Мне уже, знаете, вот здесь по горло. Мне уже, ну, знаете, хочется такого, что-нибудь старенького, знаете, что-нибудь такого, с 90-х. Да. Как вам идея, а? Что это вы так? Ну, такое бывает. Можем на теплоходе прокатиться, можем пирожков покушать, там, плацинды поделаем вместе дома, нет? Пельмени там. Ох, Светлана, Светлана, вы свое счастье теряете на ровном месте. В парке Горького, на скамейке. О, боже мой. Да, вы что? Просто песня была бы, если бы мы слились в одной ноте. Конечно, это как, знаете, это как коллаборация наша. Она вот должна быть, понимаете? Без коллаборации мы никто, нас никто не знает. Много желающих. Ну, много желающих, знаете, петушары не моей масти, так скажем. Не подходят, конечно. Эти все петушары не моей масти. Вот вы хороший туз, знаете, подкинули мне. Из рукава у вас вылетает, я понимаю, что все, тут безысходность. Вы меня поедаете своим взглядом. Как вы научились? За столько лет так красиво разговаривать. Вы меня поедаете своим взглядом. Мне серьезно, Светлана. Можем прогуляться, хотите? Нет. Светлана, ну что вы опять начинаете? Мороженое вам куплю, как в 90-х. На карусельках покатаемся. Пломбир, может быть? Нет. А? Нет? По делам надо идти. Серьезно? А что у вас за дела? ЖЭК? Не ЖЭК, не план. А что у вас? Ребенка на открытие. О, у вас ребенок. Тогда наши пути расходятся мгновенно. Просто развилочка пошла. Все, я пошел искать свою старушку. Найдете. Да, до свидания. Желающих много. Желающих я вижу не так много, но они есть. Привет, девушка. Извините, можете заценить мой танец? Я сейчас быстро станцую вам. Вы скажете, понравился вам или нет, ладно? Давай, сними на видео. Давай. Она мой телефон снимет. Давай, сними на видео. Потом просто скажи, круто, говно, фуфло, лов позорный. Потому что я участвую в фестивале на чемпионате Европы. Готово? Да, давай. Так, поехали, значит, хип-хоп пошел. Нижний флекс. Нормально? Профессионал, да? Спасибо. Привет. Покатились вместе? Вставай, 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 вставай. Я профессионал. Вставай, вставай. Сейчас, вставай, вставай. А давай так, типа, понял? Ты сядешь спереди вот так, а я сзади. Мы будем толкаться от земли. Не хочу. Да давай, это круто будет смотреться. Я сяду здесь, а ты здесь, и мы толкаться будем ногами. Просто, типа, вперед так протолкнемся, и все. И потом, типа, ну давай, чуть назад. Да, во. Ноги ставь на эту штуку. Все, понеслась. Прикольно? Как тарантул Игорь.
Okay. Oh, machine in a serie, сколько, ну, Рига Дезелери? Помога Дези. Лумака ты си, а? Я не знаю, почему? Лума. Лума ты си, а? Луга, лауна. What's your problem? Ну-ка, мата си. Почему? Анус. Анус. Что ты делаешь? Луага. Луан, эри, лири. Ома. Стоп. Вот? Стоп. Стоп. Лю. You stupid? Ну, си ты из Таджикистана. Вот? I will beat this up. You don't know what she's joking with. Get in trouble. Come on. Рига, ты си долг, ты си, ты си. Ну, мы тебя унадис. Чоч, it's me again. Очень мы с инсис. Очень мы с... Очень мы с инсис. Ну вот, очень мы с инсис. We'll get the fuck off, my way, bro. Yo, fuck on me, see? Yo, fuck me? Дари, good to see, one more. А? Чё ты да си? Чё ты да си? А? I will eat you. I will eat you. Get the fuck off my way. Well, but single. One single. Get the fuck off my way. No, no. No. Get the fuck off my way. No. Oh, man. Stop disturbing me. Get the fuck off my way, man. Fuma, Syria, Putin, Russian Federation. Lua, Rade, Z. Huh? Do you speak Russian? Get the fuck off my way. What is your problem, man? No. Easy. Пойдем покушаем бургер. What's your name? I don't know. He just want to fight. What is it? Fuma, Gorilla, Z. Что? О, Мак, ты сидел, что ты зи, он. Не. It's because she's here, that's why I just... О, Мак, ты... They don't know what she's trying to do. Фламенго, Бас, или, ну, Рик Дезел, или, у нас. Секунд. Russian Federation, ну, то есть... Куда пошли? Стоп, стоп, стоп! Come on! What's your name, bro? QA. Hey, Chris, I didn't meet this. He knows me, trust me. Let's go, let's go. Wait, can't this no more, I'm in the call. Let's go no more. No, yeah. Oh, you might not have... Oh, it's man, this is prank, bro. Это пранк. Это был пранк. Давай опять. But we don't want to be in prank, man. Не, молодец. Цветы. Цветы, мужчина. Цветы покупаем. Цветы. Цветы, девушка. Цветы покупаем. Цветы. Цветы, цветы. Цветы. Цветы, цветы. Цветы, цветы. Цветы. Цветы покупаем. Цветы. Цветы, цветы. Как ты хочешь, мадам? Цветы, цветы. Цветы, цветы. Цветы, цветы, цветы. Цветы. Цветы, ромашка. Ромашка. Нужен обычный. Косой прямой. Косой пусть будет, да. Подберите мне туалетик, тот, который мне понравится. И моему. Вот это что за туалет? Фирма немецкая. В чем его суть? Арматура надежная. Туалет должен быть очень удобным. Нужен так, чтобы если я сажусь, ничего не брызнуло, ничего не пискнуло, ничего не... Вот это, да? Так. А ну-ка присядь на него. Посмотрю, как выглядит человек. Тебе же сидеть. Не, ну я, у меня такой же друг есть, просто серьезно. Ты так на туалете, да, сидишь? Ну а как сидеть? Вот так, что ли? Ну он большой, да? Тут много поместится, да, говна, в принципе? Если обосраться, в принципе. В принципе, весь такой вакуум получается, да? Вот сажусь я туда. Видишь, я проваливаюсь. Почему я проваливаюсь? Потому что я крышку не опустил. Правильно? Я уже не проваливаюсь. Да? Пришел уставший, живот болит. Хоть тянусь блевать, да? Допустим, блюю. Удобно, да, в принципе, и держаться здесь. Даже и специальная штучка есть, да? Тоже, да? Нормально. Нормально. Мне нравится то, что он большой. Да. Вот. А черного цвета есть? Черного нет. Нету, да, черного. Ой, блин! Ой, братан, извини, перепутал тебя с другом своим, бля. Извини, блин, такой же сидел в черном, да, реально, с таким же рюкзаком. Он мне просто должен 100 рублей. Ага. Думаю, его сейчас просто пропишу ему в нос, нахуй, чтобы он умер здесь, реально. Тебе повезло, что... Пока еще не прописал. Да, тебе повезло, что ибо точно на месте, и все хорошо. Понял? Красава. Молодец. Там поторгуйте, ладно. Да, поставь.
Оставь. Мы сегодня не работаем. Оставь. Завтра работаем. Секундочку, оставь. Договорились. Останьте на углу хотя бы торгуйте, там больше людей. Сегодня оставь, слушай меня. Куда почему? Ты там торгуешь? На угол, там поторгуем. Почему? Потому что тут жарко вам, ну реально. Давайте в теньке хотя бы. Слушай, друг, ты кто вообще? Давайте в теньке поторгуем. Ну, ты кто вообще, что пришел и так там? Антисолнце я. Антисолнце. Антисолнце? Да. Не трогай нашу тележку. Не слышали о таком? Нет. Про антисолнце, типа в тени. Отпусти тележку, друг. Как почему? Тебе я не разрешаю, что мою тележку таскали туда. А почему это твоя тележка? Потому. А кто ты? Да. Я выиграл тендер, и это моя тележка. Ты выиграл его? Да. Блядь, извини, я думал, ты не выиграл. Ничего, давай назад поставим, да? Я думал, ты не выиграл. Только надо спросить что-то, нет? Не, я думал, ты не выиграл, а спиздил ее, понял? Я? Типа, да, спиздил. А ты это куда спиздить? Блин, это спрятать что-то? Да, это... спрятал, реально. Я там это взял, да, там столчик взял. Да, да, а ты, получается, по чесноку все, да, сделал? Да, брат, блин, я же не... Просто надо, красава, ну, реально. Я думал, типа... Если тут... ты скажешь, кто ты такой... Антисолнце. Я могу тебе даже документы показать, представляешь? Да зачем? От департамента. Нет. А ты такую тележку куда спрятал? Ты же нормальный пацан, все, без проблем, да, все, без базара. Все, давай, удачи. Да, давай. Короче, все как раньше, начинаешь рубить, бабосы делим напополам. Let's go! Кидаем на бабки, ремонт Apple, на ловешку кидаем. У кого есть лишние деньги? Ремонт телефонов, ремонт Apple, ребят. Кто хочет заработать? Кидаем на ловешку. Хотите заменить оригинальную батарею на китайскую? Звоните. Кидаем на бабосы, разводим на деньги. А? Давай снимай, давай. На бабосы кидаем. У меня сейчас будет проблема, снимай давай. Проблема? Да. Проблемы, а не проблема. Проблема будет. Проблема? Эй, проблема? Нет, сейчас проблема будет. Проблема? Эй, проблема, да, ты мне у меня спроси, да я тебе скажу. Проблема, проблемы, понимаешь? Проблема, не и, а ы. Давайте мы закончим этот выпуск просто замечательно, просто чтобы все офигели, да? Я вас попрошу обязательно оставить комментарии, подписаться на канал и поставить, что немаловажно, лайк. Обязательно, просто ставим лайк. Напишите, понравилось вам или нет. До свидания.